Реализацию масштабной программы «Зима в Подмосковье» обсудили на совещании, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев с главами округов. В Одинцовском городском округе в проект «Зима в Подмосковье», который проходит с 1 декабря по 28 февраля, включено 1096 различных активностей. Из них 386 подготовлены силами окружного комитета по культуре и территориальных управлений. 215 пройдут на площадке Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха, 182 в парке «Раздолье», 113 в Захарово, а еще 200 на других площадках муниципалитета.